Во вторник, 25 августа, заметив на улице Карла Маркса странно виляющий ВАЗ-2114, сотрудники госавтоинспекции последовали за ним. В ходе беседы стражи порядка выяснили, что у автомобиля не только не было страховки, но и номера оказались подложными. Со слов инспекторов, транспортное средство с таким госномером на учете не состоит. При этом, беседуя с горе-водителем, стражи порядка почувствовали запах алкоголя. От теста 33-летний автолюбитель не отказался. Алкотестер показал 1,2 промилле. Как оказалось, водитель попался в состоянии опьянения за рулем авто повторно. С 24 августа по 6 сентября 2020 года на территории Республики Башкортостан проходит профилактическое мероприятие «Номер». Так, 25 августа 2020 года сотрудниками госавтоинспекции города Нефтекамска в рамках операции «Номер» была остановлена автомашина ВАЗ-2114 под управлением 33-летнего жителя Краснокамского района, который установил на транспортное средство подложный государственный регистрационный знак. На данного водителя был составлен административный материал. Также данный гражданин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Взаимоуважение участников дорожного движения и соблюдение правил – залог снижения травматизма и гибели людей на дорогах. Усугубило ситуацию и то, что в машине находилось двое несовершеннолетних детей без удерживающих устройств. За весь этот букет нарушений сотрудники госавтоинспекции составили на автолюбителя 7 протоколов. К слову сказать, только за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения ему грозит уголовное наказание, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение прав сроком до 3 лет.